Всем привет, ребята! Сейчас вам покажу шикарный баг, о котором сказал мне подписчик. И чтобы вам его показать, он мне дал доступ к своему аккаунту. Огромнейшее тебе спасибо за это. Смотрите, па-бам! Двойные задания. То есть, когда он выполняет задание от ивента Хэллоуинского, он получает призы в двойном размере. Когда он мне показал скрин этот первый раз свой, я просто охренел. Ребята. И чтобы быть не голословным, вот переходим на склад и смотрим. Наташа, вторая Наташа, там до этого паучок был. Вот второй паучок. У него еще есть ансел, две штуки, вот один и один еще на складе тоже. Ну вот такой вот бах, ребята. Просто он мне даже рассказал, как это у него получилось сделать случайно. Вот смотрите, любуйтесь еще раз. Двойные призы. И когда он их получит, у него получит два аркана. Сразу скажу, что он мне даже рассказал, как это повторить. Но выкладывать видео не буду, так как я думаю, меня на канале забанят или забанят в игре. Поэтому, к сожалению, пока не буду делать такой видосик. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Так, ребятки, когда сделал видос, решил еще раз зайти к нему. Ну, знаете, что я вам скажу, на это можно смотреть вечно. Смотрите, у него еще раз арканы и еще раз двойные. Ну это просто мне в голове не укладывается. Знаете, вот как можно смотреть вечно на огонь, на воду, как работают пожарные, как работают люди, да, и смотреть на двойные задания в игре War Robot. Ну, короче, ладненько. Все, подписывайтесь на канал. Ой, ставьте лайки, дизлайки, кому нравится, кому не нравится. Все, всем пока. Ну нахер. Отец.